Большие очереди и буквально яблоку негде упасть. Так накануне было в православных храмах, а причина тому – Светлая Пасха или Воскресение Господне. Самая главная дата в христианском календаре. Наша съемочная группа наблюдала за праздничными мероприятиями на подворье Свято-Вознесенского собора. Во всех храмах нашего города в ночь субботы на воскресенье прошли торжественные богослужения. В Свято-Вознесенском соборе утром воскресенья освящение главных символов светлого праздника – куличей и яйца Пасхи – продолжилось. Пасха – это самый главный христианский праздник, и недаром этот праздник узнается по словам «Христос воскресе», «Воистину воскресе». Даже служба в этот день, она необычная, то есть она совершенно другая. И народ с радостью приходит и славит воскресшего Христа. Праздничная служба шла 3 часа, но верующим это только в радость, ведь светлый день Пасхи объединяет людей. Кроме того, это семейный праздник, потому многие верующие на службу в храм приходят с детьми и внуками. Мне кажется, это самое главное – собраться всей семьей и отпраздновать этот светлый и святой праздник. Традиционный в этот день, вот, наверное, куличи, Пасха, яйца крашеные. А так мы начинаем разговляться мясными блюдами. Пасха символизирует собой пробуждение как природы, так и души человека. День воскрешения Христа для истинно верующих – это еще и окончание самого долгого и строгого поста. Потому главное, считают они, это подойти к нему с чистым сердцем, свободным от уныния и обид. Яна Ушакова, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.